Семинар посмотрели? Да. Как? Посмотрели. Как там так вот укладывается, нет? Это наш, в принципе, жизненный многозадачник. Это препятствия, которые мы наработали как акценты в детстве. И чем мы ниже находимся, вот таблица, да, вот та, которая вот Катерина вам выслала, вот это. О, Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Так, сегодня уже лучше у Лены настроение, уже лучше. Вот, жизнь налаживается, отлично, отлично. Лена, как у вас дела? Хорошо, разбираюсь, информацию очень много в себе увидела. Шариками нравится работать. Вот. Это действие, да? Это соединение того, что у нас очень разбросано. Вот так вводную, чтобы вы понимали, да? У нас есть сверх-я, ну как это называют? Божественное я. Ну вот сверх-я, наше сверх такое, сверх-сверх, то, чему мы не ощущаем, это те образы, это те, тот наш... ребенок, божественный ребенок или просто ребенок, который пока жил до сегодняшнего момента и не смог удовлетворить свои потребности, он их накопил. Вот самое главное понимать, что ребенок, вспоминайте себя в детстве, вы слов-то не понимали, явлений-то не видели, а фантазировали и мечтали образами, рисовали образами. На зеленом дереве, я не знаю, там сиреневые груши. И это было круто. И ребенок ни на секунду не сомневался, что это правильно. Хочу вот такую большущую конфету. Все, кстати, самые большие пищевые концерны, они всегда занимаются благотворительностью в детских учреждениях для того, чтобы уловить вот эти вот искренние мечты детей. Потому что это наше бессознательное. И если основывать на них рекламу, на этих образах, ну, вспоминайте, у нас были красивые сказки, сейчас стали, не пойми что, какие-то комиксы, да? Ну, вот изуродованные образы. Но они закладываются. Вот почему все продуктовые компании занимаются благотворительностью в любых детских учреждениях для того, чтобы считать эти образы, и потом их поставить как рекламные кампании. И они очень-очень долго играют, очень долго, потому что наши с вами образы, они, это как наши инциденты, которые не разрешаются, потому что во внутреннем психологическо-эмоциональном состоянии у нас бесконечная суета, а это... От тельца до скорпиона, вот это пресловутое яйцо Кощея с иглой внутри. И где мы ведем свой богатый внутренний диалог? Мы там говорим, говорим, говорим. Мы там не согласны, не согласны, не согласны. Мы там сопротивляемся, сопротивляемся, сопротивляемся. Мы там выясняем, выясняем. Но до тех пор, пока ведется внутренний диалог, мы образы как потребности, которые, в принципе, нас должны сподвигать на внутреннюю мотивацию, мы их не слышим, мы их не понимаем, и мы их не осознаем. И тогда самые умные люди в лице концернов, компаний, всевозможных рекламных там, роликов, да, дают очень яркий, классный образ, как я часто рассказываю, «Сок я на яхте». И продают все образ жизни. Картинка заполнена. Еще раз попробуйте осознать. У ребенка, у каждого из вас очень эгоистичная, такое солнечное, внутренняя, теплая потребность. Хочу вот именно это яблоко. Хочу мороженое, но крем-брюле, а не сливочное. Разницу, понимаете? И вот как только вы начинаете свои образы из детства не, ну как, не убивать, ну это типа неприлично, там, типа там как-то. Значит, еще раз. Когда мы со своим сверх-я, с ребенком пытаемся договориться, ребенок, опять-таки, смотрите на своих детей, особенно маленьких, до 5, там, 7 лет, они очень эгоистичны в хорошем понимании. У них маленькие потребности, но они их очень хотят получить.
Как получить? Кто-то хочет внимания, кто-то хочет тактильности, откуда и зарождаются наши пресловутые способы познания мира. Кто-то, кому-то нужно за руки взяться, это будет говорить о том, что я нахожусь в безопасности. Кому-то нужно сказать, какая ты у меня хорошая, достойная или хороший, молодец и умничка. А кому-то нужно дать время подумать и сформировать как сценарий эту потребность для того, чтобы потом рассказать. Да? Ну, это вот мысли так работают, молчуны у нас такие есть. Вот там крутим, крутим, крутим. Так вот, чтобы наш образ... потребность спустилась в нашу психику, там должно быть уравновешенное, скоординированное состояние. То есть условия, когда мы себя принимаем, когда мы себя уважаем, когда мы сами себе на основании принятых решений создаем условия, в которых нам комфортно, когда у нас есть та работа, которая нас вдохновляет, и которая внутренне побуждает, мотивирует у нас в чем-то что-то прояснять, в чем-то разбираться. И вот как только этот внутренний мотиватор, уравновешенный и спокойный, начинает работать как условие, да, внутренние условия, мне комфортно. С этого момента начинает опускаться образ. Почему я каждый раз пытаюсь всем донести, что вы хотите кушать? Где вы хотите спать? Насколько вам комфортно и некомфортно в той среде, в которой вы находитесь? Потому что если токсичность зашкаливает, у вас не только образов не будет, у вас не будет эмоционального состояния однозначно. И вы будете выбегать оттуда, что с детьми, собственно говоря, и происходит, когда родители их принуждают или одевают на них слишком много негатива или перед их глазами пытаются выяснять отношения, то тогда эта токсичность, а ребенок не понимает смысловой нагрузки слов, она его выталкивает из семьи, но он никогда не знает, куда побежит. Вот это понимание того, что я находился в токсичной среде, это ощущение. Они проверяются очень просто. Вот здесь мне хорошо, а вот здесь мне плохо. И нам с вами нужно обязательно научиться разбираться в среде, в условиях. Потому что в токсичной среде создать что-то нельзя. Или там приложиться нужно так, что до последнего шага не дойду никогда. Когда огромное количество минуса, преобразовать в плюс очень сложно. Проще разрушить, очистить и на этом месте что-то поставить и построить. Это вот это? Нет, вот такая история, вот такая. Угу. Вот там смотрим, да? Боец. Прям так и написано. Мировосприятие. Две формы мировосприятия. Интроверт. Проблема с восприятием. Не могу кинуть мячик. Все думаю, надо, не надо. Ну вот стою, да? Воспринимаю и не знаю, что мне делать. Кидать, не кидать, бросать, не бросать. Ну, если мы применяем к упражнению с мячиком. Там же вот повествование тоже, черты характера, вот Катерина же вам сбросила, вот там все подробно написано. И вторая экстраверт. Не могу поймать, внимание расфокусировано. Проблема с миропредставлением. Нет потребности, к чему подвожу? Нет потребности, которая бы вам позволила ее упаковать, сформировать как сценарий в цель. Слишком на уровне, если падаем, да, на уровне желания, разброс цели, много чего хочу, за все хватаюсь, ничего не начинаю. Лен, слышите меня? Почему я так настойчиво рекомендовала возвратную историю начать, запустить, а потом только думать, где бы хотелось, да, потребность опять. Как бы хотелось, что я буду делать, это стратегия. И так ли у меня действительно это все получается, это уровень действия, вторая батарейка в сценарии, когда я сам себя проверяю. Эти мои действия способствуют во внешней среде к реализации моей потребности-цели. И вот если... Уточнить? Да.
Вот сразу по этому. Вот когда я работаю с шариками, у меня идет путаница. Я не знаю вот то, что вы сейчас сказали. Да. Не знаю, какую, что взять, там, идею, что мне сейчас делать. Или нет, мне, Лен, применительно к тому, что внутри откликается. Опять возвращаюсь, да, очень важно это понимать. Если нет внутри успокоенности, тишины условно, да, безусловной любви, говорят в религии, но вот этой внутренней тишины нет, потребность как образ не упадет. Тогда будет взят на замещение, что надо что-то делать, будет на замещение взят чужой образ, как любая рекламная кампания. Чужой, сок я, яхта. На яхту нет, на кухне сок я попила, подмена удовольствия. Глазки прикрыла, но точно на яхте. Муж домой пришел, говорю, иди сюда, где яхта? Да? Сок мой, яхта твоя. Поделились. Понимаете, как это работает? И чем больше у нас внутри противоречий, препятствий, как черт характера, как заготовок, вот тут же написано все, да? Как заготовок, как инцидентов, с которыми мы пытаемся справиться, перед тем, как что-то создать, нужно, чтобы что-то было разрушено. Убеждение ли, отношение ли, направление ли, которое вы делали, и не очень получилось. Да? Расставаться, привязываться и пытаться себе организовать зависимость и удержание. Это говорит о том, что все, что мы удерживаем, мы будем терять. А можно задать вопрос по треугольникам? Да, по каким? Я посмотрела мой треугольник и треугольник вот как бы моей мамы. Могу ли я носить ее треугольник? Да, однозначно, и не один. Я вас уверяю, не один. Это тяжесть, с которой мы идем по жизни. Это и называются родовые программы. Роли родительские, модели, мы и отыгрываем. И от этого мы становимся несчастны, потому что мама делала с нами так, это цирк, как гипнотическое состояние дрессировки. Делай так или получишь. Кнут и пряник. И в любой непонятной ситуации, где нужно учиться навыку и слову, да, ну я наоборот показывала, навыку и слову, мы на это место, на место сценария мы ставим мамину модель. И мы делаем вроде как, да, а удовлетворенности и счастья не получаем. Это называется проживать чужую жизнь. Да, и вот получается, что...